Продолжаем обзор. Вот, посмотрите, вот это хибискус. Это, ну как, гибридный. Вот видите, он такой полный такой цветок. Вот видите, он такой одинарный, а вот тот такой кучерявенький. Где он? Вот он. Кучерявенький. Вот, давайте заглянем в скворечник. Есть там кто живой? Никого пока, тихо. Кянам? Пансупья. Она говорит, с декабря по март. Она вот, ну, цветет это растение. И ебивоете? Ебисемге? Ебисемге. А, вот молодое еще. Угу. Мере гарме бесе, ге? Это петунь. Каланчу? Каланчу. Это каланчу называется. Шаланча по-русски, наверное. Я удар декал. Вот видите, вот у нее тут. Е пентас. Пентас. Что-то е далее. Севанти. Севанти. А что, севанти? А, это хризантемы, видите? Е мне एक сезон निकल गया, अब दूसरी बार हो रहा है. А, она говорит, уже у меня много было, уже сезон закончился, я поздно пришла. Вот, а теперь это. Это уже новый, как бы. А вот еще хибискусов сколько у нее. Вот у них хибискусы обязательно кладут. Пудя картена, хибискусский сад. Я вот видела у нас в доме у родителей, у них там тоже каждое утро или мама, или папа срывал свежие цветочки хибискуса. И пуджу делают, Богу кладут. Вот видите, какой. Опять вот видите. Ну а что делать? Смотрите. А вот пеппер. Боганвилле или пеппер 3 тоже говорят на него. У нас такой был, когда мы приехали, когда мы получили квартиру, у нас огромное было дерево с белыми лепестками. Но опять-таки тоже очень много мусора. Ну и потом мы, когда строили дом, естественно, мы его убрали. Это тоже. Ох! Хайбрид. Вот тоже, говорит, хибискус. Ох, какой огромный. Very nice. Богодбара? Богодбара. Вот смотрите, у меня рука. Ой. Ну вот как больше, как моя ладошка. Там маленький цвет, это огромный прям. А вот еще один. Угу. А вот там пустырь. А там опять уже дома идут заводские. Тут дорога. Я сейчас. А вот у нее лимон. Якит насалка гей. Кам. Пинсаль. 3 года уже лимон. А ты е? Нет. Ну еще не плодоносит. Ну тут подсобные эти самые у нее. Гивана мяна арафуль. Лемони. Якя гей? Лемони еби. Еби лемон? Ха. Е хайбрид гей. А, вот какой-то гибридный лимон. И вот пришло, уже этот цветет. Уже, видите, цветочек, может быть, и плодов дождутся. А якит насалка? А, это вот первый год. Первый год, и поэтому уже он, наверное, дает. А, вот это вот, видите, какой я человек. Это дерево гранаты. Растут. А это фуляра. Амка. Ача, ये वाला आम के उधर तो नहीं. ये भी आम है, वो भी आम है, वो भी आम. 4 आम का पेड़ है. Посмотрите, вот это у нее 4 манговых дерева. Вот один. Он там огромный, второй. И вот там чуть подальше, вот там третий.
И вот сейчас я вам покажу. Вот какой высокий. Солнце светит, не знаю, получится, нет. Что я показываю, тоже не знаю. А вот там, посмотрите, кокосы. На пальме кокосы. Посмотрите, сколько кокосов. А вот здесь... А, экмен... Ага. А, вот видите, цветы уже на этом, на дереве манговом. Значит, будем мы с манго. Будет хозяйка с манго. Конечно, прекрасный сад, но сколько здесь трудов. Вот тоже горшочки. Вы дарбия куч? А чайся. Екя, керыч? А, это вот закрытый уже гараж. И там наверху еще они сделали. Ача. Там она тоже сдает студентам. А, вот эти два окна, видите? Это кулер, такая охладительная система у нас есть в Индии. Кстати, очень хорошо в жаркие дни. Обожаю кулер больше, чем кондиционер. Потому что там... Как-нибудь объясню систему вот этого кулера. И покажу вам. У меня есть два кулера. Три у девочек тоже есть. Они жили вот раньше. Они когда начали строить дом, это же тоже был ведомственный дом. И они вот в этом месте... А? Кя? Лоу-лина. Лоу-лина? ये 35 साल पुराना. 35 means 35? 35 лет. Вот посмотрите, какой тут у нее корень. О, видите, вот я тут зашла в это, от солнца ушла, хоть немножко вижу, что я вам показываю. 35 лет вот этой вот лоу-лина. Такая пальма, разновидность какой-то пальмы. А, я вам хотела сказать, что Тумлок Яга Ретитина, Десек Гарбанэ. Я говорю, вот у них же это был тоже ведомственный дом, как я вам показывала, не перестроенный. Нужно было его перестраивать, нужно было тут все ломать. И вот они построили вот сначала вот этот гараж. И там жили, вы знаете, практически год они там бедненькие. Мы приходили к ним в гости, бедненькие там жили. И строились. Мы-то жили вообще. Что-то ломаем, в другую комнату переходим. Но у них вот такая была возможность, поэтому перестроить все. У нас там мы так достраивали кусочки. Поэтому у них очень красивый дом. Вот, друзья, я влезла на крышу по вашим просьбам. Вот, кстати, вот это манговое дерево. Вот, видите? Отсюда снимай вот это. Вот цветы. Снимать? А? Нарез. Да, снимать. Сейчас. Вот. С хозяином влезли на крышу. Если бы вы видели, в каких условиях я снимаю. Вот это вот манговое дерево. Видите, цветы? Будут манго. Вот дерево. Вы спрашивали у меня, есть ли тут фруктовые какие-то деревья. Вот манго. 3-4 дерева, да, у вас манго? 4 дерева. Вот посмотрите, вон вдалеке, вот одно, вот, как вам показать, вот одно, второе, третье и вот четвертое. Это вот внизу гранатовое дерево. А это что за дерево? Вот это прямо джам. А это джам, есть такой фрукт. И, наверное, вы увидите снизу. Один есть там. Ага. Хорошо. Гуава называется. Да, гуава по-английски называется гуава. Может быть, вы гуава знаете. Если не знаете, я вам покажу. У меня дома, по-моему, сейчас как раз есть. А вот смотрите, кокосовые пальмы.
огромные высокие кокосовые пальмы. Вот посмотрите, какие кокосы. Попробую приблизить вам. Вот посмотрите, я стою в опасном месте. Все для вас. Вот тут это растение оранжевое, которое я вам говорила. У меня такое было, весь дом. Вот видите. А теперь мы можем немножечко заглянуть к соседям. Посмотрите, как я рискую тут жизнью. Сними меня. Покажи. Осталась жива. Сейчас вот мы... У нас тут, видите, плоские крыши. Тут можно вечеринки устраивать. Мы, кстати, однажды Сюзанне день рождения отмечали на нашей крыше. Украсили там хорошо, задекорировали тканью. Это вот у людей стоят баки с водой. Там только не звоните. Так. Сейчас. Вот сейчас я заглядываю к соседям. Вот, смотрите, у них тоже цветочки, аккуратненький такой газончик. Ну, конечно, не сравнить то, что вы видели у моих друзей. Вот там дальше тоже. Ну, я говорю, у всех есть садик, но не такой красивый. Как вы оцениваете, на сколько баллов оцениваете этот садик? Подтвердите лайками. Вот это посмотрите, школа, вот это их... Сзади. Это школа? Какая школа? Да. С 9 сектора? Да, это частная школа. Посмотрите, это вот сзади, вот сзади дворика вот такая. Видите, вот такой после. Это какая-то школа. А, вот виднеется какая-то частная. А вот там вы, может быть, заметили, девушка выходила. Это их помощница по хозяйству. Это ее дочка. Испугалась. Вот. А муж у нее что, рикша? Нет, рикша водит? Нет. Муж его компьютер. Компьютером? Да. Ничего себе. А да. Что рикша стоит у них? Это его отец. Ее отец, он да. Был рикшаволой. Да. А ну крикни ей, пусть она поможет. Как ее зовут? Пинку Идардек. Хатила, хатила. Вот эта девочка. Это ее дочка, да? Вот, посмотрите. Муж вот они построили им тоже. В медицинском пункте. Муж работает в медицинском пункте, представляете, да. За компьютером. Да. А вот это вот ей они построили две комнаты, ванна, туалет, ну, душевая, туалет. Все вот. Бесплатно. И это, и вот здесь у нее, даже видите, она тоже разбила садик. Ну, с какими хозяевами? Да. Такие будут и помощницы, видите, вот увлекается тоже, вот, видите, садит там что-то, выращивает. Умничка. Вот, иду. Все для вас, мои дорогие. Все для вас. Пришлось мне потревожить опять хозяев сегодня. Грабеж среди белого дня. Под дулом пистолета, видите, хозяйка вынуждена мне отрезать растения.
И еще одно. И еще. Паудер тайп ही है. वर्मी कंपोस्ट. वर्मी कंपोस्ट. और ये हाँ ये छोटा और ये क्या है ये कौन सा वो पेपर है तो क्या करें अरे पेपर यहाँ है ना बेकार वाला पेपर चाहिए है हाँ ये बेकार वाले पेपर चाहिए ये सी का ही पॉलिथीन कहाँ गया ये नीचे में रखी Посмотрите, какая птичка справа, синенькая. Вот, представляете, прилетела и села на сальвию. Вот я вам приблизила. И песенки поет еще. Ну вот я расскажу немножечко о хозяине и о хозяюшке. Его зовут Хемант, он учился у нас в Запорожье, как я вам уже говорила. Привет. И Прия, его жена, умница. Ну, расскажите о своих детях. Тумара Ларка. Моя дочь, самая старшая, она ушла замуж 5 лет назад. И она с мужем сейчас живет в Берлин, Германии. Она работает в Deutsche Bank. И сын мой, он работает в Dublin, Ireland. А сын работает в Дублине в авиакомпании. Не та авиакомпания. Ireland это. А, Ireland. Ой, господи, я думаю, авиа. Да. В этом, извините, в Дублине. Сын работает у него. Он компьютерный инженер, программист. Он еще не женат. Он еще не женат, и он работает в Дублине, в Ирландии. В Ирландии, вот я недавно вам показывала, один у нас друг умер. И... У него тоже дети в Ирландии, вот у него сыночек тоже. Он там не рядом с ними где-то, не в одном городе? Не, он в Дублине, это... Да, столица, да? Столица, да. А у Санта дети? Они дальше. Дальше живут. Апкаса, шарик итна салуге? 34 года, они уже женаты. А ты учился сколько лет? 5 лет. Нет, в каких годах ты учился? С 80 до 85. Вот, с 80 до по 85. Поэтому, как я сказала, он был у нас свидетелем на свадьбе. Потому что все уже друзья тоже у собрата уехали, которые были, а он как раз заканчивал. И они вместе, вы вместе улетели, да, по-моему? Да, обратно. Обратно, когда уезжали, они улетели вместе. Да, без тебя. Без меня. Меня бросили, сказали, не нужно. Расписались и все, и сказали, все. Хватит. Вот. Документами. Ну, конечно, мне нужно было собрать документы, все оформить. Вот. И потом я приехала. Так что не переживайте. Может, муж и не ждал меня, но я приперлась в Индию. И до сих пор выгнать не может меня. Вот. Ну, все, спасибо большое хозяевам. Я их уже второй день мучаю. Спасибо. Вот. Thank you. Thank you very much. Bye. Сегодня вам покажу вот вторую серию. Пока. Так, включаю кондиционер, потому что у меня очень нагрелась машина, на солнце стояла. И тут баня. Thank you.
Кто же меня здесь ждет, а? Кто же меня здесь ждет? Гутенька тут ждет меня, да? Ждет меня с Гутю. Опять он запатланный весь. Кто пришел? Мама пришла. Мама пришла, молока принесла. Вот, обследуют. Где шлялась? Посмотрите, возвращаюсь я домой от одного запорожского друга. А у нас тут, Субрат говорит, ремонт идет. Он, видите, нашего ремонтника нет. А вот, а нет, вот у меня... он не сделал тот день. А что он не сделал? Не смог, что ли? Нет, он не смог. Он говорит, я не могу, не понимаю, почему. А этот была уже испорчена. А, прокладка вот эта вот испорчена. Вот, вот, убери. А тут вот, пожалуйста, Венкат наш друг. Пытается что-то сделать. Специалист не сделал? Нет, я ему сказал, ты посмотри, лик идет, ты смотри, надо крак есть. Он один раз посмотрел, да, говорит, крек. А, там, говорит, какая-то трещина. Ну, он попробовал, конечно. Набралась я курка блох. Это мои трофеи. Я уже сходила. Так, и Гучи обследует. Гучи обследует. Вот, это новые жильцы моего сада. Вот священный базилик надо срочно сажать, потому что он что-то подувял. Вот эти тоже, которые отвалились, их можно посадить, суккуленты. Сосед машину вывозит и сигнал. Вот не зря я все-таки 22 года прожила в Украине. Украинский вспомнила. Даже это выражение, это мне так мамочка когда-то говорила. Она, конечно, по-русски говорила, но иногда и украинские фразы у нее были. Кстати, я уже пошла купила компост. Песок у нас есть. Будем сажать. Ну как, понравилось вам сегодняшнее видео? Ставьте лайки. Таким образом вы поддержите мой канал. А также подписывайтесь, если еще кто-то забыл подписаться. Сегодня я вам показала вторую часть обзора сада, а завтра я вам покажу обзор индийского дома. Не забудьте прийти ко мне завтра. Пока-пока!